Мальчикам по оттяночке, девочки по куну. Всем привет, с вами Сэмпай, и это вторая часть заказал АМВ за 100, 500, 1000, 5000 и 10 тысяч рублей. Всем участникам были выданы разные песни из моего плейлиста, и каждый должен был сделать АМВ под эту песню. Правила были такие: любое аниме, любые эффекты, любая подача, в общем, открытое пространство для творчества. Давайте начнем. Первый участник у нас под никнеймом Страх. Ой, как страшно. Досталась песня Free I'm F***. Вышла довольно интересно, с вырвиглазными эффектами. Свою работу он оценил на 500 рублей. Аниме было выбрано Евангелион. В общем, хорошее начало для ролика. Второй участник под никнеймом Дэра Дэра. Интересный ник. Ему досталась песня Кузу Мэллоу. Свою работу он тоже оценил на 500 рублей. The bills we take have seemed to prolong our existence, but I don't feel alright. I would rather be alone than have you. Every time I speak, I feel myself fall. Do you wish to find the truth in my lies? Sorry, darling, there's no truth. Аниме он выбрал связанное, хорошие эффекты, в общем, стоит своих денег. Третий участник под никнеймом M666, классный ник, три шестерки, да? Ему досталась песня Fuck It, French. Вышла очень эффектно, свою работу он оценил на 666 рублей. Аниме, которое он использовал, называется Хельсинг. Я даже не хочу комментировать. Просто охуенно. Четвертый участник под никнеймом Трэш. Опять он пиарится за мой счет. Ему досталась песня Lucky Far. Ему досталась песня Lucky Far Final. Ой, в пизду. Вышло довольно интересно. Свою работу он оценил на 999 рублей. Get out of my way.
аниме он взял «Токийский гуль». Что могу сказать? Просто охуенно. Пятый участник у нас опять же таки под никнеймом Трэш. Что? Опять он? Ему досталась песня «Brother to the Good». Не знаю, как сказать даже, в общем, смотрите сами. Свою работу он оценил на 2000 рублей. Аниме, которое он использовал, называется «Моногатари». Отличная подача кадров, как и монтаж. Шестой участник под никнеймом Труш. Трушс, Трушак, Трэшка, что? Ладно. Ему досталась песня «Славк Миасма». Свою работу он оценил на 3000 рублей. Взятое аниме называется «Наруто». Про МВ скажу лишь одно. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Седьмой участник под никнеймом Слитхер. Слизерин, Слитхер, Слайхер. Ему досталась песня от моего подписчика Prophet Satan God. Интересно, что у него получилось? Свою работу он оценил на 5000 рублей. Аниме было использовано Моб Психо 100, гениальный монтаж, нечего даже и добавить. Восьмой участник под никнеймом Кьюверти. Кьювер это Бласт, дотеры оценят. Ему досталась песня Кузу Мэллоу и Project Blade Take It Face Fuck. Свою работу он оценил на 7500 рублей. Аниме, которое он использовал, называется «Обещанный Неверленд». Гениально, даже нечего и добавить. Девятый участник под никнеймом Трэш, типа мусор,
И да, опять Сён заканчивает наше видео. Ему досталась песня Lil Peep Bands Track. Свою работу он оценил на 10 тысяч рублей. АМВ вышло довольно долгой, поэтому скажу лишь следующее. Подписывайся на канал, ебашь в колокол, с тобой был Сэмпай, я люблю тебя, ну и давай уже смотреть работу за 10 тысяч. Boy, quick.